Шамерлинский район стал одной из главных площадок Дня Республики. В год строителей Сурского рубежа и в память о работниках оборонных предприятий в деревне Шумерля открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне и единственный в районе монумент труженикам тыла. Военная статистика суха и безжалостна. Только из одной деревни Шумерля на фронт ушли 358 человек. Почти половина не вернулись. Так же, как и по всей Чувашии, с Великой Отечественной не вернулся каждый второй. Отдать дань памяти погибшим и труженикам тыла хотел каждый житель деревни. Общими усилиями оба монумента были готовы. Во время войны здесь находился 16-й отдельная саперная часть. 500 человек. И они квартировались в каждом доме, по 4-5 человек вот здесь находились. Ну и сами жители участвовали в строительстве Сурского рубежа. Есть даже полигон, он сохранился, где обучались призывники в этой деревне. Поэтому в этом отношении это идеальный вариант, где можно поставить памятник труженикам тыла. В парке заложили капсулу памяти с письмом-обращением в 2045 год, когда будет праздноваться столетие Великой Победы. Открытие парка Победа рядом со школой имеет большое воспитательное значение, чтобы наши дети, внуки, правнуки воспитывали в себе чувство патриотизма, любовь к малой родине, память и сохраняли всегда память о тех наших предках, которые сложили головы на полях боевой славы Великой Отечественной войны. Мастеров, дворики сельских поселений, торговые ряды и мастерские. В Шумерле было на что посмотреть. Дворик наш называется «Дом рыбака». Есть и жареная рыба у нас, и копченая рыба есть, также сушеная рыба есть. Мы очень рады, что в этом году удалось все-таки День Республики провести в нашем Шумерлинском районе. К Дню Республики традиционно приурочили и Акатуй. В этом году в районе засеяно 7700 гектаров земли, из них около 3000 зерновыми. Уже успели заготовить 320 тонн сена и 250 тонн сенажа. Лучших работников сельского хозяйства отметили почетными грамотами и благодарностями.